Всем привет! Я Евтухов Глеб, и я студент Витебской орден знак почета Государственной академии ветеринарной медицины. Все свое время я уделяю своей любимой академии, и сейчас я вам покажу один день из своей студенческой жизни. Я учусь на биотехнологическом факультете, и нет, мы не придумываем новые технологии, мы просто проверяем качество продукции животного происхождения. Проводим экспертизу мясной продукции. Эх, жаль, что она не настоящая. А также продукцию птицеводства. Проверяем грибы на содержание радионуклидов. Экспертизу молочной продукции. Но это еще не все. Мое любимое занятие – готовить. Прямо на парах. Ведь там нужно провести органолептику. Что это такое? Проверка на вкус. Цвет, запах, консистенцию. Помимо учебы, я занимаюсь творчеством. Пишу стихотворения. Пою! Ладно, пою я, конечно, плохо. Но молодость нам и дана для того, чтобы попробовать себя во всем.